Привет всем! Вы на канале Вкусный уголок. Сегодня готовлю летний салат с баклажанами. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Для салата нам потребуются баклажаны. Я взяла 3 штуки, у меня вышло на 550 грамм. У них нужно отрезать попки и порезать их на такие некрупные кусочки. Вот посмотрите, примерно вот так вот должно получиться. Теперь в баклажаны добавим 1/2 чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла и все хорошо перемешаем. Берем противень от духовки и выкладываем баклажаны на него. Старайтесь распределить так, чтобы баклажаны у вас были в один слой. И теперь ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов. Будем выпекать до мягкости. Это примерно 15 минут. Смотрите по своей духовке и прокалывайте баклажаны. Мои баклажаны уже готовы, они легко протыкаются, и теперь я дам им остыть. После остывания перекладываем в емкость и тонкой соломкой порежем к ним 2 болгарских перца. Также добавим помидоры. У меня один вот такой желтый большой и 2 маленькие красные. Можете порезать их так, как вам удобно. Помидоры желательно брать поплотнее, чтобы салат у вас быстро не потек. Теперь зелень. Вы можете брать абсолютно любую, какая у вас есть. Самое главное, чтобы был зеленый лук. Но если у вас нет зеленого лука, то можно взять одну небольшую белую салатную луковицу. Также у меня здесь немножко укропа, немножко темного базилика и петрушки. Далее по вкусу добавим чеснок через чесночницу. У меня 2 вот таких вот больших зубчика. Немного лимонного сока, примерно 1/4 небольшого лимона. Соль также по вкусу я добавлю 1/2 чайной ложки и 3 столовые ложки растительного масла. Все это хорошо и аккуратно перемешиваем. Вот такой замечательный летний салат получился. Его можно подать к любому мясу, особенно к шашлыкам. Но я очень часто такой салат кушаю как самостоятельное блюдо. Попробуйте приготовить. Ну а если вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.